Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Land Rover Discovery 4 2011 года выпуска. Двигатель 2.7 турбодизель, автомат, полный привод. Пробег на автомобиле 141 тысяча километров. Пришли такие вещи, с Алиэкспресс заказал, как коврик багажника. У нас почему-то на них предложений мало, и они дорогие. Потом вот эти отражатели в бампер, снизу которые вот стоят, с двух сторон. Я заказал светодиодные, отражатели вытащу, а светодиоды вставлю. Они на габарит и на стоп-сигнал идут дополнительно. Ради интереса сейчас включу габарит, посмотрим, как без них работает. И потом, когда соберу, уже с ними посмотреть. Правда, свет отсвечивает, не так это видно. Но, тем не менее, когда будет светиться в бампере, это будет уже по-другому смотреться. Коврик я еще не распаковывал. Самому интересно, из какого материала и как он подходит. А, материал необычный такой, как интересно, но сейчас на солнце форму примет. Так, и как же он здесь лежит? Лежит он здорово, по форме он, по багажнику. Ну, мне нравится, он толстый, прошитый с окантовочкой, это не резина, запаха у него нету. Главное сейчас отлежится, форму примет, и все. Я доволен. Так, ну что, продолжу дальше. Снимаю фонари. Хочется заменить, не снимая бампера. Товарищ у меня уже такие ставил, они у него стоят. Сразу сказал, говорит, доработай. Герметичность в них плохая. В скоростях начинают диоды гореть. Проклеить и прогерметить, где можно. Здесь у нас направляющие вставляются две, поэтому подсовываю, просто сдергиваю, снимаю разъем.
Так, а теперь мне надо выдернуть сам отражатель. Вот такая столистая проволочка, расклепана и крючком загнута. Поддеваю сбоку. Две защелки и две направляющих. Ну вот теперь мне надо протолкнуть туда проводку. Не знаю, это не эта маркировка на пакетике была. BA01, K09901 и LY021. Какая из них, не знаю, идет в пакетике две штуки. Вот я его по периметру проклеил, смотрится некрасиво, но этого не видно, оно внутри стоит. Пленочку пока не отрываю, оставлю. И три проводка. Габарит, стоп и масса. Габарит у нас белый, стоп у нас красный, масса черный. Это я уже сам разобрался с электрикой, хотя у меня не все хорошо. Или все нехорошо. Пробую. Провожу провода, чтобы они у меня вышли вот здесь вот. Но не получится, буду снимать бампер. Так, а здесь, 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 здесь. Я, наверное, здесь отверстие сделаю. Это у нас получается вот здесь. У Land Rover. Пластик на бамперах шикарный. Все нормально, все у меня получится. Вставляю направляющий и защелкиваю. Вот так это смотрится. Провод, вот он снизу висит, а вот его отсюда видно. Сейчас поднимаю вверх, ставлю разъем и ищу, где его соединить. Ну а теперь включаю габарит и ищу в разъеме, где у нас габарит. О. Да, вот он, угловой габарит, вот этот провод. И к этому проводу привязываю разъем.
я решил вот такие влагозащищенные разъемы поставить. Тройные. Чтобы потом, если даже бампер снимать, не проводку отцеплять, а просто разъем отцепил и вместе с этими габаритами снял. Так что вот так вот. Просто немножко зачищу. Хорошо изолирую. Ну, габарит я нашел. Также сразу ответную часть габарита цепляю на фонарик. По этой взять. Так, вот так, это у нас вот он габарит. Цепляю. Так, габарит уже примотал. Дочку попросил, теперь еще тормоз где. Ну-ка, надави, отпусти. Надави. Отпускай. Все. Тормоз у нас получается вот он снизу, над габаритом. Вот этот провод. Ну, а масса здесь черная, я так полагаю. Вот этот. Еще перепроверю, но думаю, он. Так, сейчас опять надавишь, когда скажу. Надави. Отпусти. Надави. Да. Вот он, черный. Масса. Привязываю остальные два провода. Ну все, я здесь заизолировал все, подцепил, тоже заизолировал, термоусадки ставить не стал. Так, соединяю и пробую включить габарит со стоп-сигналом. Ну, ребенка опять попросил. Дави. Отпусти. Отлично. Отлично. Ну, вторую сторону я уже не покажу. Соберу, установлю все точно так же. А потом уже покажу все в сборе. На второй стороне я тоже соединил все. Теперь соединяю и ставлю фонари.
Закрываю дверь и пробую. Включай габарит. Нажми на тормоз. Отпусти. Нажми. Отлично. Вот так вот работают эти фонарики. Теперь у машины немножко другой вид сзади. На этом все. Всего вам доброго.